что наконец в Италии начали появляться сильные нападающие после некоторого безвремя. Сейчас Габьедини хорош, ну шутка ли, 15 голов в чемпионате в таком возрасте, причем при смене команды. Он играл в Сампдории первую часть сезона. Ну и есть другие футболисты, ну и конечно в этой атаке хорош был Дрис Мертенс.